Добрый день, дорогие зрители! Здравствуйте, уважаемые участники! Первое, что хотелось бы сказать, давайте поаплодируем тем автомобилям, которые смогли пройти такую дистанцию в таком возрасте. Что бы я хотел вам сегодня сказать, вы наверняка обратили внимание на эти три изумительных автомобиля E-купе, E-седан и GLE-купе. Почему именно эти машины, мы их называем великолепное трио, это те автомобили, которые на данный момент можно называть самыми во всем, самыми по безопасности, по комплектации и по своему внешнему виду. Я бы хотел попросить своих коллег, кто сейчас находится за рулем, пожалуйста, ваши, дорогие друзья, помогите мне, давайте.